Бороться с сосульками предложили обычным горожанам. В госинспекции края объявили акцию «Внимание, сосульки». Суть ее в том, что жители многоквартирных домов в течение всего весеннего периода могут сообщать об опасных наледях прямо в госинспекцию. Все заявки обещают рассмотреть в оперативном режиме. Только в Барнауле за февраль в службу жилищного надзора поступило более 30 жалоб на работу коммунальщиков. Среди недобросовестных управленцев числится, к примеру, компания «Старый Барнаул» и УК «Крона». Напомним, если наледи и сосульки не убирают вовремя, то за такие нарушения управляющим компаниям грозит штраф от 40 тысяч рублей, управляющим организациям от 250. Сообщать об опасных сосульках можно по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.